орудий болот. Вот так. Теперь двигайтесь. Давайте ближе. Вон туда, к растениям. Мистер Джу, давайте еще раз с того места, откуда вы приплыли в первый раз. На самом деле, я не рыбак. Я наблюдатель за окружающей средой. Я просто делаю это для людей, потому что рыбаки не хотят. Я действую как рыбак, принимаю позы, делаю, о чем меня просят. Поэтому фотографы, приезжающие из разных регионов в УПО, зовут меня для съемок. Самое печальное, что разные группы фотографов иногда начинают ссориться. Не люблю ссоры. Я могу делать то, чего они хотят, лишь бы не ругались друг с другом. Я не приглашал этих фотографов меня снимать. Если бы у меня хоть раз спросили разрешение, я бы не возражал. Это простая вежливость. Но эти люди просто бегут на лодку, шумят, а мы ведь даже дышим потихоньку, когда работаем. УПО – крупнейший водно-болотный комплекс в Южной Корее. С давних пор кормил людей, живших вокруг него. В 1997 году УПО был зарегистрирован Рамсарской конвенцией и стал природоохранным водно-болотным комплексом из-за своей экологической важности. С тех пор многое изменилось. Мистер Пак – рыбак в УПО в третьем поколении. Сейчас разрешение Министерства окружающей среды на ловлю рыбы в УПО есть у 12 рыбаков. Но из 12 только 8 действительно занимаются рыбной ловлей. Мистер Сак всю жизнь был рыбаком. Его сын, работавший одно время в городе, вернулся в УПО 10 лет назад и тоже стал рыбаком.
Этот уже вырос. Отец, дай я сделаю. Отрезать с запасом? Гари – ловушка для рыбы. Сагдепан с детства славится изготовлением гари хорошего качества. В основном мы используем гари для ловли местных карпов и змееголовов. Летом гари использовать нельзя, так как рыба двигается слишком быстро. Но зимой рыба закапывается в ил и двигается мало. Поэтому мы ставим гари. Это единственный способ поймать ее в это время года. Это очень древнее искусство. После того, как Упа стал природоохранной зоной, для рыбаков многое изменилось. Когда Упа только собирались присоединить Крамсарской конвенции, был такой эколог по имени Ли Инсик. И он говорил, что беспокоиться не о чем. В Японии тоже есть водно-болотный комплекс, зарегистрированный в Рамсарской конвенции. И там рыбакам по-прежнему разрешено ловить рыбу. И никаких проблем. Но все вышло иначе. Я знаю, что правительство собирается запретить нам всем ловить рыбу в Упо. Почему? Новых разрешений на ловлю рыбы больше не выдают. Был один рыбак, он ловил здесь рыбу. Погиб несколько лет назад. Теперь рыбу ловит его сын, но у него уже нет официального разрешения. Роджи Йол, всю жизнь бывший рыбаком, собирается открывать новую гостиницу для туристов. В доме мистера Джу многое связано с Упо. Я не жалею о том, что трачу все заработанное на Упо. Мне это нравится. Я даже сам купил этот жилет. Я вышел на нем свое имя, чтобы все видели, что я эколог-наблюдатель. Чтобы туристы понимали, что я наблюдаю за этими болотами. Никто бы не понял, кто я, если бы я одевался как попало. По выходным я снимаю жилет. А в будни хожу только так. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Это очень интересное дело. А вот это обложка музыкального сборника караоке. Я сделал из него альбом. Правда, здорово? Да. Посмотрим. Здесь много интересного. Вот это
актриса Мун. В УПА приезжало много известных людей, и всех их я сопровождал. Это четвертый сезон УПА, а вот это я. Это фото есть на всех станциях Корейского экспресса. Везде-везде можно найти мою фотографию. Вот такая у меня работа. УПА долгое время кормил местных жителей. Обустройство берегов водоема впервые началось во времена, когда Корея была колонией Японии. Нужны были поля для ферм. Сейчас в УПА есть 9 насыпных полей. Болота должны быть цельными. Поскольку УПА разделен полями, он сильно ослаблен. По-хорошему, следовало бы распахать все эти поля. Это решило бы наши проблемы. На фермах, появившихся на насыпных берегах, начали выращивать богатые урожаи чеснока, лука и риса. Люди, добывавшие пропитание в УПА, стали покидать эти места. В конце июня у деревенских женщин много работы. Они собирают урожай чеснока. На этих полях растет отличный чеснок. Он стал одним из знаменитых продуктов УПА. Из-за насыпных берегов водяные растения застревают в протоках во время сезона дождей. Ведь насыпи нарушают естественное обводнение и циркуляцию воды в болотах. Им Бонг Сун – последняя сборщица речных улиток в УПА. Вон там начальная школа. Если пройти дальше, будет деревня Гобья-Гол. Я жила там ребенком. Мы были очень бедны, потому что при разливе болот вода заливала наши посадки риса. У меня нет ни полей, ни земли. У тех, кто перестал собирать речных улиток, есть собственные поля, которые можно возделывать. Для них ловля улиток – дополнительный заработок. В молодости я собирала мусор, плававший в УПА, пока работала. УПА был чем-то вроде
моего собственного поля. Я хотела заботиться о нем. Ведь у меня нет ничего, кроме УПО. Мне было 28 лет, когда я впервые приехала ловить улиток в УПО. В те времена автобус приезжал полный женщин с корзинами. Все мы ехали в УПО, а теперь никого не осталось. Я знаю, что есть большой список тех, кому Министерство окружающей среды разрешает ловить улиток в УПО. Но люди больше не работают в УПО, потому что здесь почти не осталось улиток. Очень-очень мало. На всех точно не хватит. Рассказать вам, как я ловил речных улиток? Летом улитки взбираются вверх по водяным растениям, чтобы немного подышать. Я брал растение, просто встряхивал его, и в моей корзине сразу же оказывалось множество улиток. Сейчас слишком жарко. Не знаю, чем питаются эти малютки. Не знаю, что это. Не похоже на обычных местных улиток. Я таких улиток в этом году еще не видела. А большие? Те, что живут в Иле. Я когда-то ловила множество речных улиток, а теперь их нет. Это потому, что мы их ловили слишком много? Нет, они просто исчезли. Вот так. Говорили, что улитки вернутся, если мы перестанем их ловить. Не думаю, что это так. В УПО было полно речных улиток, хотя мы и ловили их почти каждый день. Прошло более 10 лет с тех пор, как люди перестали ловить улиток. Но улитки так и не вернулись. Покупайте моллюсков. Хотите моллюсков? Женщины, долгое время ловившие речных улиток в УПО, не знают, почему они пропали. И улитки — не единственное, что исчезло. Я нашла сегодня эту плакату. Подумала, ну надо же, в УПО еще остались плакаты. Но в раковине нет моллюска. И я нашла еще несколько пустых раковин. Посмотрите, какие большие раковины. Хотя УПО прославился как крупный водно-болотный комплекс в Корее со множеством видов растений и животных, но речных улиток и моллюсков здесь теперь гораздо меньше, чем было в прошлом. Oh.
Ясным осенним днем мистер Джу, как обычно, отправляется на работу. Одна из наиболее важных задач мистера Джу – ловля нутрий, живущих в Упо. В 90-х годах 20 века, когда нутрии впервые привезли в Корею, их стали разводить дома, и здесь, в Упо, тоже. Ходили слухи, что, разводя нутрии, можно очень хорошо заработать. Но слухи остались только слухами. Нутрии не приносили никакого дохода, поэтому их бездумно выпустили в болото. Когда я только начинал ловить нутрий, мне попадалось от 7 до 9 штук в день. Кажется, это был 2005. Я осторожно подплываю на лодке и ловлю их, не используя оружие. Когда нутрии нападают, я успокаиваю их палкой. Я знаю, что им пришлось приспособиться к жизни в Упо, чтобы выжить. И не их вина, что их стало так много. Но мне приходится их ловить. Они ведь уничтожают экологическую систему Упо. В других местах охотникам на нутрий даже платят. 30 тысяч вон за нутрию. Кажется, это был 2005 год. Да, точно, 2005. Посетители тогда подкармливали нутрий. И они здесь были повсюду. Очень много нутрий. Кругом сплошные нутрии. Что я могу поделать? Здесь ничего нет. Джу Йонхак, эколог-наблюдатель, встречает Им Бон Сун, работающую в Упо. Господи, помоги мне поймать здесь хоть какую-нибудь рыбу. Я не ездила на болото каждый день. Мне еще нужно было помогать на ферме. Вон там! Здесь? Да вон же там. Оба они родились и выросли в Упо. На некоторое время уехали в город, а затем вернулись. У Бонг Сун в Сеуле живет дочь. Она пыталась уговорить мать переехать к ней в Сеул. Бонг Сун никогда не думал о том, чтобы уехать из Упо. Она впервые задумалась о том, чтобы жить с дочерью, так как та скоро должна родить.
Как же ты можешь покинуть Упу? Ты же ведь будешь скучать. Тебе предначертано зарабатывать на жизнь ловлей речных улиток. В ноябре в Упу появляются перелетные птицы. Сначала утки кричат вот так. Потом лебеди кричат. Мы заснуть не могли, потому что птицы всю ночь кричали. Сумасшедший дом. Вообще не выспишься. Мистер Джу записывает время появления перелетных птиц каждый год. Когда они прилетают и когда улетают. Это даурский журавль, которого я сфотографировал. Если они прилетают в Упо в этот день марта в этом году, они и на следующий год возвращаются точно в этот же день. Поэтому я ставлю даты на фотографиях. Профессиональные фотографы, они этого не делают. Я записываю конкретную дату и время, и, глядя на фотографии, я уже точно знаю, когда птицы прилетают и когда улетают. У меня больше 20 голубых рубашек. Когда я хожу в голубой рубашке, птицы меня не боятся. И я ношу их каждый день. Однажды я надел другую рубашку, так птицы меня испугались. Но когда я снова пришел в голубой рубашке, они ко мне вернулись. Самое близкое расстояние между мной и лебедем было 1 метр. Хотя он и спас раненого гуменника, оставленного в зарослях, он ничем не может ему помочь. Мистер Джу отпускает его поблизости от воды, чтобы не добрались дикие коты, и оставляет с тяжелым сердцем. Им Бонг Сун продолжает работать в Упу даже в очень холодные дни.
Что тут у меня? Зимой я часто встречаю журавлей, бродящих по замерзшему упа в поисках еды. Я думаю, что они могут найти, если все замерзло? Поэтому я бросаю на лед мелкую рыбешку, которую удается поймать. Некоторые журавли пугаются и улетают. Некоторые сначала улетают, но позже возвращаются и подбирают рыбу. Раньше я ставила корзину сюда и собирала в нее речных улиток. После удачного лова нужен был грузовик, чтобы вывести все эти корзины с речными улитками. В УПА было очень много ловцов улиток. Парни даже использовали сеть. Они растягивали ее и просто тянули по воде, вытаскивая полную сеть улиток. Это болото было для нас настоящей золотой жилой. Сейчас изобилие УПА сохранилось лишь в памяти пожилой женщины. Знаменит УПА или нет, Бонгсун все равно продолжает приезжать на холодное илистое болото. В конце холодного дня Бонгсун возвращается домой со своей пустой корзиной. В середине зимы замерзает все, даже болото. Когда зимой болото замерзает, рыбаки проделывают отверстия в замерзшей поверхности УПА и ставят сети подо льдом, чтобы ловить рыбу. Природоохранная политика, направленная на сокращение рыбной ловли в УПА, призвана помочь мигрирующим зимой птицам. Ежегодно рыбаки измеряют улов, чтобы обсудить размер компенсации, однако прошлой осенью переговоры вновь закончились неудачей. Шесть рыбаков, имеющих право на рыбную ловлю, собрались вместе. Рыбаки УПА решили временно прекратить вылов рыбы на два месяца, в ноябре и декабре 2013 года. Мы просто пытаемся выжить. Но если Министерство окружающей среды заставляет нас перестать ловить рыбу, нам приходится повиноваться. Последние три года ведутся переговоры из-за мигрирующих птиц. Мы начинаем рыбачить в ноябре, как раз в это время птицы прилетают в УПА на зимовку. Министерство окружающей среды изучает наш улов, чтобы на основании этих данных рассчитать,
размер компенсации. Мы обсуждаем этот вопрос. На оценку улова ушло 5 дней. Непонятно, как всего за 5 дней они могут рассчитать размер компенсации, которую мы должны получить, если откажемся от рыбной ловли на этот период. Хотя мы и согласились не ловить рыбу на протяжении 2 месяцев в этом году, нам все равно нужно на что-то жить. Долгое время не было никаких правил, регулирующих рыбную ловлю в Упо. Перемены произошли слишком внезапно. Как наилучшим образом организовать мирное сосуществование рыбаков, птиц и Упо? Я не говорю, что нужно полностью запретить ловить рыбу в Упо. В ноябре в Упо на зимовку прилетают перелетные птицы, и в это же время рыбаки начинают ловить рыбу. Поэтому птицам остается недостаточно рыбы. Я предлагаю, чтобы рыбаки отказались от рыбной ловли на этот период, а государство оплатило их убытки. Почему мы должны их выгонять? Они всю жизнь провели в Упо. Думаю, если мы будем проводить среди них образовательную работу и поможем им достаточно заработать, мы сумеем установить определенные правила. В Упо снова пришла весна. Становится теплее. Много ли речных улиток выползет на солнце? Куда мне пойти, чтобы наловить много речных улиток? До того, как Упо стал природоохранной зоной, здесь было более 26 рыбаков. А сейчас? Думаю, у нас осталось человек 8. Давайте я сосчитаю, сколько человек все еще рыбачит на болотах. Цунбиом, Йонгчан, Дэпан, Илбо, Юнгил, Камрок, ну и я. Чунгил? Да, осталось 8. Я не знаю, когда я умру, но мы ведь все стареем. Есть 2 рыбака старше меня. Я 3-й. В этом году мне исполнился 71 год. А когда мы умрем? Что, все будет кончено? Так не должно быть. Упо жил людьми, жившими вокруг него. Теперь он переживает большие перемены. Природоохранная политика разгоняет людей, живущих вокруг Упо.
Люди, которые хотят получать столько же, сколько получали раньше, угрожают жизни мигрирующих птиц. Вокруг Упо живут разные люди. Люди, которые хотят защитить Упо. Люди, которые покинули Упо. Люди, прославившиеся благодаря Упо. Те, кто лишь приезжают в Упо. Мы говорим об Упо со множества различных точек зрения. Все говорят, что они любят Упо. В некотором роде это действительно так. Упо кажется тихим, он хранит молчание. Иногда нужно подождать, чтобы понять кого-то очень тихого. А пока почему бы нам не подумать о тех временах, когда в болотах водилось множество речных улиток? Временах, когда вода текла свободно, без помех. О временах, когда люди получали все необходимое от этих прекрасных и изобильных болот. Упо. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году.